И очень важно на большой праздник взять деток тоже, что эти детки, они же, чтобы они видели, что и большие танцуют, и что это такое, и зачем это, и это. И мне кажется, только так и можно сохранить и народную культуру, и еще, конечно, как научить ребенка уважать традиции, уважать свою культуру, уважать своих предков. Танец развивается, берутся обязательно шаги из этнографии, из фольклора, потом добавляет автор что-то свое и делает какие-то постановочки. Но обязательно вот присутствуют такие совсем фольклорные тоже танцы, чтобы сохранить это, передать это и деткам, и дальше познакомить. Вообще вот. И сейчас, вы знаете, эти праздники еще даже для того, чтобы очень много на людей, которые приходят их смотреть, они, может быть, в первый раз это видят. Сами живут в Эстонии, да? Но никогда не соприкасались с этими моментами. Thank you.
Мы просим определенными движениями, как нам кажется, что они действуют, скажем, у земли плодородия, у неба дождя, у деревьев силы. И вот это было у древних эстонцев очень развито.